Привет всем любителям ICO. Для тех, кто верит в будущее криптовалют, как и я, сегодняшний обзор нового ICO. Открыв сайт, мы видим короткую выборку самой нужной информации, которую для нас собрала команда. И это очень удобно, ведь знакомство с ICO начинается именно с главной страницы сайта. И важно, чтобы с самого начала проект смог заинтересовать новых пользователей, так как сейчас на рынок каждый день выходят все новые и новые проекты, и неопытные инвесторы просто теряются в поисках действительно стоящего проекта, который поможет приумножить инвестиции. Так давайте же точно разберемся, подходит ли этот проект для инвестирования или нет. Первое, на что следует обратить внимание, изучая проект, это раздел сайта Roadmap, в котором мы можем увидеть информацию о планах команды по развитию проекта, периоды подготовки и продажи токена, и когда мы сможем увидеть полностью готовый продукт. Ведь согласитесь, как-то не хочется проинвестировать средства сегодня, а готовый продукт ждать год или того больше. И все только из-за того, что не до конца изучили Roadmap. Так что не поленитесь и хорошо проработайте данный раздел, включая уже прошедшие этапы, чтобы быть в курсе, когда и с чего начинался проект. Также обратите внимание на информацию о том, что продажа токена разделена на этапы, которые зависят от даты покупки токена. И чем раньше вы вошли в данное ICO, тем больше бонусов получите. Но в любом случае, проект очень перспективен, и входить в него можно на последнем этапе сборов, и даже без бонусов. Ведь, как мы уже говорили в последнее время, новых ICO появляется все больше, а стоящих проектов, в которых можно быть уверенными, что они дойдут до готового продукта и выхода на биржу, становится все меньше. Данный проект интересен и команде, которая разрабатывает его, ведь идея не нова, и уже есть готовые проекты. Но нет ни одного конкурента с такой сильной технической командой, как у этого ICO. И если учесть тот уровень технической поддержки, которую оказывает команда, проект имеет все шансы в кратчайшие сроки стать лучшим среди конкурентов. И главное, хотелось бы сказать, что рынок блокчейн-проектов постоянно меняется. Появляются новые, более мощные ICO, которые благодаря своему развитию и устранению ошибок конкурентов способны составить достойную конкуренцию уже известным платформам. И этот проект не является исключением. Со времени его основания до сегодняшнего дня он демонстрирует отличные показатели и становится все привлекательнее для новых участников. Так что я думаю, этот проект точно подходит для инвестирования. Но помните, инвестировать нужно с умом и не на последние средства. До встречи в новых обзорах. Пока!